Привычная и знакомая всем пищевая сода известна хозяйкам как средство от многих напастей в хозяйстве и быту. Но оказывается, что она также незаменима и для растений в огороде. Давайте вместе рассмотрим, как можно применить этот белый порошок на своем приусадебном участке с пользой для растений. Итак, начнем с мучнистой росы. Справиться с ней вполне под силу пищевой соде. Для этого необходимо развести в 1 литре воды столовую ложку соды, туда же добавить столовую ложку растительного масла и столовую ложку средства для мытья посуды. Далее залейте смесь в распылитель, хорошенько взболтайте и опрыскивайте ей растения раз в неделю в облачную, но сухую погоду. Еще один рецепт, как опрыскивать содой растения. Для этого в 5 литрах воды разведите 2 столовых ложки соды и 20 грамм мыла. Таким раствором растения опрыскивайте в первый раз перед цветением, а затем еще 3-4 раза с интервалом в неделю. Далее. Известно, что сода отлично подходит для омоложения розовых кустов. Чтобы омолодить кусты роз, размешайте в 5 литрах воды 1 чайную ложку соды, 1/2 чайной ложки нашатырного спирта и 1 чайную ложку соли эпсома. Следующее выгодное применение соды – это применение ее против сорняков. Сода может избавить от мелкой сорной травки, которая пробивается между плитками дорожки или площадки для отдыха. Для этого пролейте щели между плитками крепким содовым раствором. И еще один способ использования соды – это для защиты капусты. Чтобы избавиться от гусениц, которые поедают молодые капустные листочки, смешайте в равных частях соду и муку. Такой прикорм вредителю очень понравится, но, к счастью, садоводам окажется для них несовместимым с жизнью. Конечно же, сода также применяется для подкормки томатов. Удивительно, но многие бывалые дачники утверждают, что содовые подкормки, то есть опрыскивание, делают помидоры слаще. Еще с помощью соды можно определить и изменить кислотность почвы. Сода – это самая известная бытовая щелочь. Поэтому при смешивании с наиболее кислой и влажной почвой, то есть pH до 5, поведет себя так же, как при гашении уксусом в быту, то есть зашипит и запузырится. Можно использовать соду и для уменьшения кислотности почвы. Главное в этом деле не переусердствовать, так как на некоторые растения сода влияет не лучшим образом. Далее, пищевая сода применяется на виноградниках в период созревания ягод. Именно это увеличивает их сахаристость и уменьшает повреждаемость серой гнилью. Опрыскивают всю наземную часть раствором, состоящим из 75 грамм соды, разведенных в 10 литрах воды. А на фруктовых деревьях такое опрыскивание применяется против листогрызущих гусениц. Конечно же, сода приходит к нам на помощь после садово-огородных дел, когда наши руки выглядят не лучшим образом. Она помогает эффективно очистить руки от въевшейся садовой грязи. И также содой хорошо мыть грязную посуду. И, наконец, если ваша компостная куча стала источать неприятный запах, то используйте соду, чтобы это исправить. Просто добавьте соду в компостную кучу, и через некоторое время вонь должна исчезнуть. Спасибо за просмотр, ставь палец вверх и подписывайся на наш канал.